В этом коротком ролике я расскажу вам о двух способах, как добавить музыку на вашу карту. Оба метода имеют общее начало. Нужно зайти в папку Sound и создать Music, после чего разместить в ней ваш MP3 файл. Теперь переходим к первому методу и запускаем Hammer. Разместим на карте две Entity, Logic Relay и Ambient Generic. Да-да, именно его. Даем ему имя и выбираем в браузере наш файл. После чего можно выставить время появления и затухания музыки. Остальное можно не трогать. Идем во флажки и выбираем «Играть всюду». Теперь переходим к Logic Relay и просто запускаем по таймеру нашу музыку. Вот так все банально. Ну а теперь о втором методе, который использует Valve – Soundscape. Посмотрите видео о том, как их создавать, на нашем канале, разумеется. Вот вам наглядный пример скейпа. Для таких игр, как CSGO, более практичным будет использование Ambient Generic. И не забудьте, после добавления кастомных звуков, прошить звуковой кэш. На этом все. Удачи, Томодачи!